Бегом на 17 этаж. Необычный забег состоится в центре Мурманска, в самом высоком здании за полярным кругом гостиницы «Арктика». На первый взгляд условия самые простые, нужно просто бежать, но только подготовленные и скоростные спортсмены займут призовые места. Участники уже начали готовиться к соревнованиям, наши корреспонденты стали свидетелями тренировочного забега. Зарядка перед тренировочным стартом. Как говорят спортсмены, разогрев мышц, приседания и растяжка обязательны. От правильной подготовки зависит результат соревнования. В первом забеге к небу на время и на скорость участвуют команды, представляющие спортивные клубы Мурманска. 3, 2, 1, старт! 17 этажей вверх, 402 ступени. По горизонтальной поверхности это меньше 1 километра. Для профессиональных спортсменов даже не разминка. Но когда бежать предстоит по вертикали, тут ставка делается в первую очередь на выносливость и смекалку. Если использовать прыжки, это будет очень большая затрата энергии, поэтому правильнее сказать. Ну, наша тактика такова, что мы через ступеньку бегаем. Пользуемся руками, там корпус, в поворот стараемся заходить более так по окружности, да, чтобы порезче это сделать. Ограничений при забеге нет. Ступени можно и перепрыгивать, и переступать, помогать друг другу. Временной результат будет фиксироваться на финише по последнему участнику в команде. Когда мы разрабатывали положение, да, мероприятие совместно со спортклубами, так как они являются профессионалами, да, и как бы более спортивными, не было никаких ограничений ни по экипировке, ни по весу, ни по росту, ни по возрасту. Может бежать абсолютно любой. Единственное, как бы мы договорились так, что команда 12 человек, из них 2 тренера обязательно. То есть это категория профи. Первый необычный забег по лестничным пролетам гостиницы «Арктика» не просто развлечение. Это призыв к здоровому образу жизни и доступная альтернатива тренажерным залам. Такая пробежка заменит 20 минут упражнений. В спортмоде. В Мурманске точно спортмоде, потому что такого рода предложений поступает довольно много. Причем довольно часто они поступают по очень необычным направлениям деятельности, начиная от метания мобильных телефонов, перепрыгивания через кривое бревно, и вариаций очень много. До соревнования остается несколько дней. Время на подготовку еще есть. 400 ступеней предстоит преодолеть 60 участникам. Официальный старт необычного забега на 17 этаж Арктики, самого высокого здания за полярным кругом, будет дан 16 июля.